job till and then I didn't jack the table up because. That's how we go to the ring. You know, that's how that joke in America would be a good cop. You can't say nothing. You say anything about the war. No, 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 this is a lot. А что, закончилось минуты три? Next time you will go to the dealer and you can explain everything what you want. Yes. Okay, you can explain everything. You can even. Это кто, Юра? Это Юра был? Да, Юрий Иванович. Ты точно Юра был? Да, Юрий Иванович. Как дела? Спасибо, нормально. Валик только что такой цирк приняли устроил. Кого? Валик цирк приняли. А что такое? Да, чувак. Юрий Иванович, что такое? Кадетюра, говорю, привет! Как дела? Ну спрашиваю, что хотел? Все, нормально. Да. Давай, не переживай. Спрашивай. Отпустил? Это курс, блядь. Хотел тебя поздравить. Да, давай спрашивай. Спасибо, спасибо, Вовка. Прости, что... Спасибо. Спроси, извини, что не... А? И двое за что? Ну да, короче, потом расскажу. Трое за что? Ну да, уже, да. Да, 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 да. А снимешь мне свой номер, окей, Вовка? Давай, Вовка, обнял. Ну что? Я говорю, моя мировая, тут на килохайд должен быть. Гормон идет. Да, коллеги. Да, сейчас можно ларвать, все это сторону. Прошлый раз не было. А там где? Хаз, хаз, мин, шти же не хочет этого, хаз, ты вперед иду, так баланчик. Хаз, где звонок, сожми. Что думаю, сейчас уже по Михину обойдет. Давай, если что, подходи на черный вход. Миха, через следующий пара боксируется, а мы не успеваем ни хрена, понял? Давай. Да, давай. Илья, где парень?
Когда делаем бинты, это самое важное, потому что руку перезнешь, потом он пиздец тебе. Понимаешь? А ты для нас там начинаешь что-то это рассказывать. Надо было сюда вообще. Что? Там Москва есть. Да? Да. Вторую руку. Сейчас камера уйдет, а потом дайте одну обработку. Понял? Сейчас камера уйдет. Алло, да, скажите, Фарид. Фарид звонит. 50 минут. Ты звонишь мне? Я нажал, что ли? Да. А, это Иван звонит. Мне звонит. А. Алло. Алло, Бека. Его Бека. Ну, потому что. Получается, Джингишка тоже вот в секторе будет сидеть? Да. Не VIP? Мы пропустим, может, через печки. Давай пропустим ее сюда. А? Нормально будет? Мы не можем по-другому, у нас тут. Не, я понял, у них нормально будет? Да. Не успеют за это время? Да, мы выйдем. Мы должны выйти, у нас заказан. Сожми кулачок. Позитива. Не спешите.
Беклан, теперь нужно тоже было руку замотать. Потому что если возить 8 пойдет первый. Бекман, Бекман. Бекман, тебе предстоит через 5 минут выйти в ринг. О чем ты сейчас думаешь? Так она жеңіс ойлап тұрмын. Басқа ештеңе. Даурен, что вы скажете перед тем, как выходить в ринг Бекману? Бекманға не айтамыз, енді ринг көрсетеді. Ойымыз жеңеміз, жеңіске настрой, жеңіске ниеттіміз, жеңеміз деген ойдамыз, жеңеміз. Бекман, ты готов ко всему, что может предложить тебе твой соперник в ринге? Бәріне дайын. Тек ана жеңіске дайындалып, жеңеміз деп ойлаймын. Твой прогноз на результат этого боя? Победа. Победа. Жеңіс, жеңіс. Ну все. Ты уже тренер. Вы должны тушу мою отработать. Надо его применить. Сказали, что без нас бой не начнут. Я думаю, это вон. Восемь часов выход в ринг. Сколько у нас осталось? 27 минут. 27 минут до выхода. 27? Уже пошли бой? Да, уже 27. Стартует выход в пары. Да? Такой красивый. Песенка моя, да? Да. Скажи, это моя корова. Даите его и я. Будем расширять.
На встречу сильнейший. Да, да. Да. Не, два. Да. Салем, Казахстан! Алга! Алга, Казахстан! Все за каждого из вас каждый раунд. Чуть-чуть волнения. Чуть-чуть волнения. Не повредит она. У тебя волнение? Нет.
Музыка, эти боялись. Зачем боялись? Ну не боялся, волновался. Ну говорю, волнение чуть-чуть нам не помешает. Слушай, зайдешь? Ваше волнение. Сейчас. На, Джо, базан, крути. Лошин. Сейчас, внутрь зайди. Так, сен үлгер мен жатып шахматқа келіп қалдым. Жақын барды, противник. Станцияны ұрып едім, көрдің бе? Вот с той стороны. Эй, Елдас! Мы поздравляем вас. Все, Елдосик, еще раз поздравляем. Всех поздравляем. Ваша победа наша. Спасибо. Таня Дюз. Шеф? Женгіз құтты болсын. Сіздің женгіз құтты болсын. Рахмет. От всего коллектива ставимся. Что? Все, давайте, ребят. Может, привязано? Зачем? Не надо. Молодцы. Пойдем, Володь. Ребят, возьми, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем еще раз. Андрюш, еще одну. Давай, Андрюш. Это наш 10 человек. Сейчас. Победа! Все. Рахмет. Бойда өте ауыр болды. Қарсыласын өзінің істетуіне жол бермет. Сол. Кішкене басым болып қалады, еңкейіп қалды. Кішкене істеткізген жоқ. Насколько сложным оказался для вас ваш соперник? Өте қиын болды. Өйткені кішкене ыңғайсыз болды. Енді алда бұрайын десем, еңкейе берді. Кішкене басқа ұра бір, қол кішкене қолымды ауыртылым. Скажите, пожалуйста, были такие моменты, когда казалось, что вот-вот и вы нокаутируете своего соперника, но этого не случилось. Почему? Мен ойлағам, құлатамын деп, екінші раундта ішінен ұрып. Қарсыласым берілген жоқ. Поздравляем вас с победой и ваши слова любителя бокса. Рахмет. Қазақстандық боксер қауым, сіздерге осы хабар арнасында көріп отырғандарыңызға өте рахмет. Хабар арнасында да үлкен-үлкен рахмет. Осы жекпе-жектеріміз көріп отырыңыздар. Келесі жекпе-жектер кездескенше. Победа! Алға, Қазақстан! Оп, красавец! Рахмет сізге. Өткен жекпе-жек біраз қиынырақ болды. Бірақ қарсыласымызды істегенін көріп, соның енді қалай айтсам. Вы изучали своего соперника, готовились к вашему сопернику. Скажите, пожалуйста, что-то новое, он чем-то вас удивил, ваш соперник? Или все, что он сделал, для вас было привычным делом? Халайца, мықты болды, күшіде мықты болды. Алдыға барып сетін қарсылас екен. Бірақ оны алдың қолмен оны қарап істеп, айтқан бапкерлерін айтқанын мен қолдандым. Сейчас, оценивая проведенный поединок, вы можете говорить о том, что у вас были моменты, в которых вы могли бы нокаутировать своего соперника? Я кулатуға болады нет. Бірет кулаттық, бірін адам жасап, одан кейін алты раунд арғырай, өзіміздің мастерствомызды көтеруге, алты раунд істеп шығы тарыстым мен. Кулаттастуға болады нет. Удары, которые наносил на вас, вы пропустили хотя бы один сильный удар от своего соперника? Жоқ, қатты ударлар мен ондай, қатты сезбедім оны. Елдос, мы поздравляем вас с победой и ваши слова любителям бокса. Алға, Қазақстан! Хабар телеарнасына қатты рахмет. Үлкен рахмет. Елдостың Бекманның бойына келетін болсақ, өздеріңіз көрдіңіздер, соперник өте жақсы, профессионал бокста. Бес бой өткізген, өздеріңіз көргенде, ойды ұтамыз деді, соны ұттық енді. Елдосын соперіне келетін болсақ, ол да бокстап жүрген бала, өздеріңіз көрдіңіздер.
оны да енді судьялардың шешімімен ұттық. Если говорить о тех недочетах, которые ваши подопечные сделали в этом поединке, что бы вы отметили? Егер айтып өтетін болсақ, осы жерде менің оқушыларымның істеген боксқан кішкене тактикалық тұрғыда кішкене дұрыс істемедік. Кішкене асықтық. Енді мұндай телевидение түсіріп тұрған кезде болып жатқан жағдайлар енді бірінші рет, кішкене қобалжыды енді балалар. Соның жалпы боксқанына өте қуаныштымын, өте дәрежелі дайындықтарын көрсетті. Если говорить уже сейчас, анализировать бой, который провели Бекман и Елдос, был у них, по вашему мнению, возможность закончить бой нокаутом? Айтып өтетін болсақ, Елдостың Бекманды ұрып ұтып алуына, құлатып ұтып алуларына шамалары болды. Бірақ өздеріңізге жаңа айтып өттім ғой. Дайындық жағынан бәрі жақсы. Кішкене қобалжу болды балаларда. Жалпы дайындығымыз жақсы екенін көрсетті. Жалпы жеңдік. Үлкен рахмет сіздерге. Мы благодарим вас и ваши слова любителям бокса Казахстана. Сіздерге де үлкен рахмет. Осы Хабар телеарнасына өте үлкен өзімнің рахметімді айтқым келеді. Үлкен рахмет. Казахстан, алға! Это наш уже третий поединок. Оцениваю, конечно, уже с каждым разом мы растем. Мы не останавливаемся на достигнутом. В этот раз уже 6-раундовый бой. Следующий бой мы планируем 8, 12 и так далее. Вперед только победы. Эти бои уже более сложные, более накал страстей, поэтому оцениваем положительно. Только вперед. Как любитель бокса, что вам понравилось в поединках, которые провели Бекман и Елдос? Поединках, конечно, понравилась именно непредсказуемость, понравились наши соперники, которые именно показали достойный бой, именно выдержали весь нажим наших бойцов. Понравилось все. Очень зрелищно, очень эффективно. Подсознательно желали, чтобы Елдос и Бекман победили нокаутом? Ну, конечно же, нам чуть-чуть не хватало до нокаута. Они были нокдауны маленькие, но я думаю, следующий бой мы все будем заканчивать нокаутом. Вы первый человек, который выносит профессиональный казахский бокс за границы Казахстана. Как вы планируете продвигать ваших ребят? Следующий шаг – это Европа, или все-таки вы планируете свои ивенты в Казахстане, в Алма-Ате, в Астане? Конечно, в первую очередь хотелось бы выразить благодарность именно Лиге профессионального бокса Украины, которая нас поддержала, именно компании К2 Promotion, именно Красюку Александру, те, кто поддержал. Именно провели мы здесь свои бои, начали выступать, начали расти отсюда, с Украины. Конечно, у нас впереди большие перспективы. Мы планируем начать именно наши бои проводить уже как в Казахстане, так и за рубежом. Поэтому все у нас впереди. Когда следующий поединок? Будем планировать, будем смотреть. Обещаем много эмоций, много интересных боев, поединков. Надеюсь, апрель-май и, конечно, декабрь следующего года в конце бои за титульные. Благодарю. Мы желаем вам удачи и будем с радостью видеть Бекмана, Елдоса и, возможно, других ваших боксеров промоторской компании Diamond Ring в ринге и следить за их боями. Большое спасибо.